Thank you.
Бабушка рассказывала. Ну, ви ж раніше ж з мужем в молодості куди как ладно жили. А от старість прийшла, ну такой старикашка став. Я ж йому слово, йому два. Я йому два, йому чотири. А на чем разбираться, виноватого і ти, ніть? На чого би, ти у нас баба, а? Да все ти, неладний поперечный, все ти. Да полно тебе, я, и ты. Ты да не я да не ты. Да такой-то у нас бывало вихрь заметь. Хоть святых вон выноси. Услышала, что ж соседка. Подходит и говорит, Маланюшка, ты ж сходила бы к старцу на край деревни, на водицу ставить шепчет. О, подумала я, подумала, а никто как Господь. Пришла ж я у хату, выходит ко мне дедушка, старенький, седобородушка клинушком. Знаю, говорит, раба Божья, за что пришла. Давай, говорит, сейчас я тебе дам водицу наговорную, ускляницу. Ты ж когда домой придешь, дед на тебе начнет ругаться, а ты глоток взять из хляницы и Иисусову молитву читай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Ну, взяла ж я ускляницу и бегу домой. А дома дед меня уже заглобили ждеть. Я ж кур-то не покормила, корову не выгнала. Захожу, дед на меня как налетит. Ух вы, бабы, стрекотухи проклятущие, пойдут да и провалится. Ой, я ж скляницу, глоточек себе в рот. Я читаю молитву Иисусову. А я сама быстрее куры кормлю, там коровушки убираю. Дед покричал, да и успокоился. Ну, я ж дальше по хозяйству все делаю. А тут у меня ж кастрюля из рук вынула. Ой, дед снова за меня. Вот вы, бабы, руки у вас одни тем концом воткнуты. И снова. Я ж давай скорее глоток. Читаю Иисусову молитву. Смотрю, успокоился мой дед. Я ж ту скляницу за божницу поставила. И как что, так сразу ж и молитву. Скляницу беру и молитву читаю. Так смотрю, что у нас с дедом-то все и наладилось. А дед-то, наверное, был здоровый, коса сажи в плечах. И этакий-то маленький глоточек, такую-то махину сдерживает. Ну ж, деда мы зажили, ладно? Дед мне говорит, баба, а баба, пойдем мы, давай молодость с тобой вспомним. Я ж рубаху постираю, одену, выйду с балалайкой, буду играть. Ну, баба говорит, ну давай. Ну, дед же рубаху одел, вышел с балалайкой, сидит, играет на крылечке, час играет, два играет, уж солнце садиться стало. Баба не выходит. Дед заходит. Баба, а баба, где ты пропала? Я ж тебя ж жду уже, сколько ж играю. А баба сидит так. А меня, кавысь, мама не пустила. Thank you.
Котика, там котеночка стоит, там котеночка стоит. Ой, да возле этой зленовой котеночки шлях дорожонька лежит.
молодая была, да недогадливая. Ой, молодая была, эх, да недогадливая. Да 3 дня хату не топила, 3 недели не мела. Ой, 3 дня хату не топила, 3 недели не мела. Да 3 недели не мела, да много ссору набрала. Ой, много ссору набрала, да под заднюю лапу. Кота под заднюю лапу, под вышней окошко. Oh,
Юха на флейте, Владимир Тирон. Первыйся, Марио Калдераро. Саксофон, Владимир Крыжановский. Перкуссия, кахон, Александр Бадвинкин. Клавиши рояль, Дмитрий Сазонов. И наш главный клавишник Сергей Алексеевич Филатов. Прошедшим недавно Днем Победы! Ура!